Всем привет, друзья, вы на канале Crypto Commons, и сегодня мы поговорим и разберем интересную биржу PrimeXBT. Покажем вам, как зарегистрировать аккаунт, открыть счет, получить бонус 50% на депозит и начать торговать. Ну поехали. Для начала первое, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на бирже. Прокрутив вниз этого видео, вы найдете ссылку на биржу, а также специальный промокод CryptoCommons50, по которому вы получите 50% бонус на все свои депозиты в течение 3 месяцев, пока промокод будет активен. В общей сложности бонусами можно получить до 1750 долларов. Ну поехали. Кликайте по этой ссылке, попадайте на сайт. Здесь стандартная форма регистрации. Он просит вас ввести email, пароль, либо телефон. Сразу хотим сказать, что для пользователей из России действует формальное временное ограничение, связанное с санкциями. Но на самом деле все будет работать отлично. Это просто условности. Поэтому регистрируйтесь либо по имейлу, не указывайте страну. Либо, если хотите указать телефон, указывайте код +7. Это код Казахстана. И пишите свой номер телефона. Что из себя вообще представляет биржа PrimeXBT? Это больше, чем криптобиржа, потому что здесь вы можете торговать как криптой, так и форекс-рынками, и сырьевыми активами, и индексами, нефтью, и золотом, серебром, в общем, всем, чем торгуют на традиционном фондовом рынке, при этом пополняя счет в биткоине или в тезере. Короче говоря, попадаете в свой кошелек, вот у вас тут есть main, это ваш общий, как бы, общий счет. Здесь вы видите свои обычные кошельки. Биткоин, эфир, тезер. Но обращаю ваше внимание, что тезер здесь только ERC-20 стандарт, то есть на эфириуме. И также вы здесь видите внизу свой марджин кошелек. То есть вверху это как бы спот кошелек, а внизу марджин это торговый кошелек, который нужно пополнить. Есть кнопка Fund, чтобы его пополнить. Но перед тем, как его пополнить, ребята, обязательно убедитесь в том, что в нем вы ввели промокод CryptoCommons50. Помните из описания видео. И нажали Activate. После того, как вы это сделаете, у вас появится вот здесь внизу такая табличка. Активирован промокод 50% на каждый депозит более $20. Так что вы сможете пополнять свой счет хоть на $100 каждый раз и получать сверху 50. Очень круто и удобно. Ни на одной другой бирже такого нету. Но для этого, еще раз говорю, сначала вводите промокод в margin аккаунте и только потом переносите туда деньги. Вот, дальше что? Вот она, собственно, трейдинг-панель. Сразу хочу сказать, что биржа очень сильно отличается от тех же Binance, Bybit, там, Femex и других, на которых вы торгуете, потому что здесь тоже торговля с плечом, но кроме того, что здесь представлены еще традиционные активы, тут есть еще одна особенность. Здесь идет торговля только кросс-плечом, то есть здесь нет изолированного плеча, и также вы здесь не видите цену ликвидации. Что имеется в виду? Здесь вы всегда, грубо говоря, торгуете 100x. Максимально, то есть сотым плечом. То есть, грубо говоря, еще раз, если вы кладете сюда $1000, то он вам дает торговать на $100,000. Но, опять же, это очень опасно, дисклеймер, и вас никто не заставляет набирать максимальное количество контрактов. Но я просто говорю о том, что здесь нельзя изолировать счет, например, на 10-е плечо или на 2-е. Здесь можно только контролировать это вручную размером контрактов. Для этого контролируйте вот эту цифру в правом верхнем углу Available Margin, доступная маржа. Она всегда должна быть у вас как минимум наполовину доступно, а лучше вообще на 90%. Это у меня сейчас очень сильная загрузка. Вот видите, у меня здесь лонг по лайткоину к биткоину висит, лонг по EOS'у к доллару висит. И, кстати говоря, если вы нажимаете вот здесь на позицию, то вы можете развернуть и посмотреть по отдельности каждый исполненный ордер. То есть, грубо говоря, у вас на каждое ведро, на каждую часть входа в сделку свой стоп-лосс, свой тейк-профит, свой PNL. То есть это, грубо говоря, куча маленьких позиций, в которые я зашел, и вот так вот они все объединяются. Вот по лайткоину тоже увидите, что у меня здесь много позиций. Какие-то в плюсе, даже какие-то в минусе, но в общем в плюсе. И объединяются они вот этой стрелочкой. И если мы хотим быстро закрыть позиции, мы просто нажимаем на крестики справа, подтверждаем, и вуаля, позиции закрыты. Итак, торговая панель. Что мы здесь видим? Во-первых, вот тут есть три опции. Регулярная торговля, торговля в один клик и торговля в дабл клик. Я использую регулярную и вам рекомендую регулярную, потому что всегда, когда вы будете создавать заявку, он будет вас спрашивать, будет выходить окно подтверждения. Но если вы уберете это и поставите один клик, то вы будете сразу входить в сделку, это не рекомендуется. Теперь смотрите, какие типы заявок есть на этой бирже. Здесь у нас видны кнопки buy и sell. Это быстрая покупка и продажа по рынку. Допустим, если вы хотите сейчас шортануть 0.1 биткоина, вы нажимаете sell, и вот он показывает, сколько доступной маржи будет использовано. Можете поставить здесь take profit stop loss сразу же на какие-то минимальные значения. Вот так вот в пунктах, например, stop loss 50 пунктов и take profit 200. Нажать send и
подтвердить. Все, вот у вас открылся шорт по биткоину, в плюсе уже на доллар. Все, и закрылся по плюсу. Также вы можете быстро открыть здесь лонг, соответственно, таким же макаром, поставив стоп и тейк, соответственно, на 20 пунктов и на 60, не знаю. Это самый простой способ входа в сделку. Вот мы вошли, вот нас выбило по стопу, все. Также, конечно же, здесь есть лимитные заявки, то есть, чтобы их активировать, вам нужно нажать правой кнопкой на графике, и появляется такая табличка Buy, Sell. Здесь нажимаем, например, Buy, можем поставить лимитную заявку на покупку битка, скажем, по цене 63 800, допустим, нас устроит. Можно без стоп-лосса и тейк-профита. Опа, ставим, и вот она появилась, заявочка, видите? Можем ее вот так вот дергать, вверх-вниз менять ее положение. И если мы надумали поставить стоп или тейк, мы в нее два раза тыкаем. Вот здесь нажимаем поставить стоп и тейк. Допустим, стоп-лосс у нас будет 63 600, скажем, с потерей в 35 долларов, а тейк-профит будет у нас 65 тысяч долларов с плюсом в 100 долларов. Нажимаем Edit Replace, Confirm, подтверждаем, все. Теперь, если мы нажмем сюда на сделку, то мы видим наш стоп и тейк на графике. Вот они также появились, можем их удобно перетаскивать, двигать, вот. То есть, еще раз говорю, ребята, здесь все это кросс-маржа, не изолированная маржа. То есть, вы контролируете риск своей ликвидации только стоп-лоссом. Вот сколько вы отвели на сделку риск потерять, столько вы и закладываете в свой стоп-лосс, поняли? В данном случае вот я закладываю 35 долларов на потерю. Вот это мой стоп-лосс, чтобы вас не ликвидировало. Все, это у нас стоит лимитная заявка. Мы ее сейчас с вами отменяем. Вот они здесь, справа внизу заявки. Здесь мы ее отменяем. Правой кнопкой Cancel Order. Подтверждаем. Все. Теперь, какие еще типы заявок здесь есть? Смотрите. Есть также отложенные ордера. Допустим, вы хотите торговать на пробой. Если мы улетим сейчас выше 65 тысяч, пробьем сопротивление, то вы хотите взять лонг. Это называется стоп-ордера. Ставите 65 тысяч, buy long, можете также поставить стоп-лосс, тейк-профит и отправляете заявку. И вот у нас отложенная заявка на линии сопротивления, как вы можете видеть, появилась. Также, соответственно, если мы провалимся ниже поддержки, вы можете выставить здесь ордер на продажу. Такой же стоп-ордер по, скажем, 63 800, это будет ордер на шорт. Если цена упадет туда, то он откроется. Вот он появился красный на графике. Соответственно, мы можем просто ждать пробития из фигуры. Пробитие сопротивления – это лонг, пробитие поддержки – это шорт. Справа внизу вот все наши ордера открыты, мы их можем здесь отменить. Но если вы торгуете на пробой, то самая полезная для вас фишка — это будет OCO ордер. One cancel other. То есть один отменяет другой. Допустим, у вас первый ставится на пробой уровня 65-200, если вы пробиваете сопротивление, то вы хотите войти в лонг, а второй ставится на пробой уровня поддержки 63-700, тогда у вас открывается шорт. Но оба ордера должны быть стоп ордерами. И все, и вуаля, вот они, два ордера открыты. Если пойдем выше, откроется лонг, если пойдем ниже, шорт. Но суть в том, что если один из этих ордеров отработает, то другой автоматически отменится. Вот в чем фишка этих One Cancel Other, чтобы если вдруг у вас отработал шорт, то ордер на лонг отменился сам, и наоборот. Или, допустим, если у вас отработал стоп-лосс, чтобы у вас отменился тейк-профит. Тоже, понимаете, да? Вот, но я лично сам этой темой не пользуюсь, и опять же, посмотрите, у меня сейчас так стоит все, что я рискую всей своей доступной маржой, поэтому лучше здесь так не торговать на этой бирже, а сразу ставить стопики. Вот, собственно, и весь принцип торговли на этой бирже, ребята. Вы можете впрыгнуть по рынку, вы можете расставить лимитки, как и на любой другой бирже. Главное, контролируйте риски. Теперь смотрите, из криптовалют здесь представлены все вот эти пары. Cardano, Bitcoin, Doge, Polkadot, EOS, Ether, Link, Litecoin, Solana, Uniswap и XRP. Большая часть из них также имеется торговля к биткоину. Вот, допустим, EOS BTC пара или Litecoin BTC, который я только что закрыл в хорошем плюсе. Поэтому здесь вы можете всем этим торговать. Также вы можете здесь торговать форекс рынками, то есть всеми вот этими валютами, евро, доллар, фунт и так далее, тому подобное, золото и серебро, ребята, что тоже немаловажно. И также здесь есть индексы, вот они все, нефть, газ, Dow Jones, Франция, Япония, NASDAQ, Испания, Великобритания, SP 500 и прочее. Так что, ребята, вот он ваш ключ, ваша путевка в мир серьезного инвестирования уже. PrimeXBT. Пополняете счет в Тезере, в битках, получаете бонус,
и диверсифицируйтесь уже по полной, так сказать, на традиционных финансовых рынках. Вот. Ну, а так, в принципе, я думаю, что я все показал. Здесь также есть функция копи-трейдинг, где вы можете выбрать себе очень крутого какого-нибудь трейдера и тупо нажать его следовать, копировать его стратегии, и сделки будут автоматически копироваться. Но не забывайте о том, что, ребята, любой прибыльный трейдер, он в какой-то момент может стать убыточным и наоборот, то есть здесь ничто не вечно, и это не Грааль там и не секрет успеха, просто подписаться на кого-то и все. Думать надо своей головой, торговать лучше тоже самому, поэтому это вот такие вот дела. Замечательная биржа PrimeXBT, контролируйте риск, контролируя сумму доступной маржи, и будет вам профит. Ну а с вами был Грин, это канал Crypto Commons. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте стопы обязательно и ставьте тейки. Торгуем аккуратно. Всем профитролей.